Утро раннее. Так вообще все темно, что-то странно. Эх, диванчики бы еще поваляться. А раннее утро, еще 8 утра не наступило, мы уже живчиков идем проверять. Так, чем же нас порадует утро? Кто-то бутылку пустую оставил. Так, Петрович у нас первый стоит. И там впереди еще две жерлицы стоит. А, еще две стоит. Еще два Петровича стоит. Ух ты. Итого у нас 4 утра. Приехали, а у нас жареха. Ну что, пойдемте проверять. Утренний Петрович. Первая жерлица. Никого. Зато как стоял. Зато как стоял, как стоял. Ну да, мы приехали довольные. Ну, главное, удовольствие развести. Остальное придет все самим собой. Еще живет живой. Да, будем отсюда переставлять маленько. Это точно, да. Так порешали. Ой-ой. Бедный. Ну, наверное, даже размотка. Ага. Ну, сначала она бесполезна. Пусто. Она просто кушала. Пусто. Бедный Рича там еле ползет. Ему так больно, колко по наледи ползать. Да, вот такая наледь вся повыступала. Че, Рича, некомфортно ходить? Я Ричка поснимаю, как он мучится. Скажет, блин, хозяева мои, рыбаки, блин, куда меня завезли? Да, Рича, скажи, что за фигня такая? Сидел бы дома. Сидел бы дома, да, в палатке бы грелся. Нет же, сам попросился. Так, опустили жерлицу. Ну, пойдемте дальше проверять. И вот она, долгожданная жерличка. Вот ёшкин кот. Зато как все стояли. Улюлю. Рича зевает, бедолага, не выспался. Ладно, сейчас тебе проверим на наличие живца. Идем, значит, мы такие возвращаемся. Тут жерличка. Бах. О. Даже живца оставила, молодец. Щучка. О, утренняя жареха прилетела. Отлично. Вот сейчас начинает активно начать щучка гулять, живцов наших кушать. Ну а мы как сумасшедшие бегать по жерлицам. День начинается. Ребята, засигнализировал Петрович. Бежим! Я только что рогатулька отцепила зацеп, ну, течением забивает залет. Поворачиваюсь, а тут на тебе. Сейчас мы посмотрим. Дай бог, будет третья щучка за сегодня. Айда со мной. Так, сейчас тут... Вообще не хочет становиться. Ну что, побежали? Кто здесь? Кто здесь? И никого. Да, никого. Ну хорошо растащила, да. Если бы я вовремя прибежала. Вовремя прибежала. Наверное, я бы успела ее поднять. Подсечь. Наматываем. Конструкция супер, супер простая. Сейчас буду в этом краю находиться, чтобы оперативно реагировать. Да, конец декабря. Целый месяц морозов были жестких. Причем морозов. И странно видеть такую оттепель. Бегаем по лужам. Так, наматываем, наматываем.
Может, окунь пришел, может быть, щучка небольшая, потому что живец такой грамм 30, ой, грамм 50, крупный довольно-таки поставила. Не ожидали, что будет тут мелкая щука. Раз, два, ну и хватит. Глубина не очень большая, мелко. Ну что, будем смотреть во все глаза. Так, Ванечки, тут очередная сработочка. Глаза ловедущие, руки загребущие. Лихо и ничего. Вообще ничего? Да. Живец, видишь? На месте? Угу. Это радует. Это уже вторая, между прочим, тут такая же сработка. Я сюда прибегала, ставила. Ну, я заметил. Но у нас еще одна жерлица встала. Бежим к ней. Ох, приходится месить по наледи. Ох, бежали, друзья. Что тут, Анечка? И тут никого. И тут никого? Вот хулиганье. Живец на месте? Ну, поехали чай пить. Я чайку сварил, заварил. Чаек, говорю, заварил. Поехали чай пить. Серег, не кидай. Так, одела вот такую нырку, вот так вот. Вот такая блесна. Сейчас опустим. Сейчас посмотрим. Вот. Маленько поглубже. Киваю. Зачем ты закиваешь? Надо было живца посадить. Уже посадила. Ну вот просто она проходила мимо, а то Анька пришла. Так-то я с ней поздоровалась. Ну и клюнула на тебя. Не хочет пока. Сейчас придет. Придет. Опять пустота. О, не есть. Ух ты, хорошая, друзья. Ничего себе. Вот это я поймал. Вот это я поймал. Такое шустрое. Ну вот. А я так думал, сразу кровь пошла. Сразу кровь пошла. Сейчас, дорогая. Я, наверное, надавил тебе куда-то не туда. Ну-ка, отдай крючок. Крючком, наверное, укололась. Пасть открой. Мы с тобой так долго будем спорить. Спорить будем с тобой долго. А мне нужно по-шустрому. Yeah.
хорошего колбасика. Тут больше так глубина, и мы хорошего сюда живца посадим. Посмотрим. Может, чуть-чуть покрупнее придет. Не полкилограмма, а 600 грамм. Давай. Пусть придет 600 граммовая. Пошли дальше, еще две жерлицы. Ух. Так, что у нас тут? А тут у нас ничего. Размотало, но никого. Да, живец. Бедолашка покоцанный. Но жить может. Давай, давай, давай. Уходи. Наловили. Прям сейчас жучка оденем. Приближаемся. Вот кресло поставил, а я на нем еще даже не присел. Вот так вот бегаешь, то сверлишь новые лунки, то бегаешь. Это вот на свеженькую. На свеженькую пришло. Посмотрим. Нет, просто растащила. Просто растащила. Ну ладно. Значит, здесь. Ой, да еще и утащила. Еще и утащила, друзья. Значит, значит, здесь гуляет. Значит, здесь гуляет. Одеваем живчика. Тишина пока. Ну пойдемте чай попьем. Чай мы сегодня будем пить чаги. О, как хорошо прибомбиться на 5 секунд. Пока флажки молчат. Чай мы будем сегодня пить с чаги, лимон и конский чай. Вот такой вот горячий. Пару ложечек кубинского сахара добавил. И
две дольки лимона, так как здесь нужна энергия. С рыбалкой, такую рыбалку давненько мы не видели. Это второй день, мы просто с утра подряд, вот 8 часов встали, приехали и с 8 утра бегаем по железам. Тут железа-то всего, кот наплакал, но бегать приходится, мама не горюй. Но зато удовольствие выше крыши. Нынче у нас рыбалка не по супер трофеям, а рыбалка по активности щуки. Она сейчас скатывается с большого озера и сюда вся идет. Ну и здесь она, соответственно, пытается покормиться. Проверка на наличие живца. Проверка. Каждые 20 минут нужно проходить, проверять, потому что окунь сбивает. Оп. Не понял. Что тут за живец такой? Что тут за... Ух ты! Живчик-то побольше. Вот это, будем так говорить, друзья, самая такая вкусная рыбка. Я ее вот слегка, быстренько почистил, внутряшки выкинул в маслице, в большой сковородочке. Ох, будет вкусно. Пальчики оближешь. Нужно и деликатес какой-нибудь. Нынче у нас рыбалка по супер беготне. Называется, хочешь похудеть, приезжай к нам на рыбалку. Быстро похудеешь. За час набегаешься от жерлицы к жерлице. И все. Килограмм 10 минус. Так, друзья, у нас походу прорыв щучий. О, еще один стал. Блин, да ёшкин кот. Давай, Анечка. Ух, беготня. Аня решила похудеть. Килограмм. Первый раз у меня. От боли. Чего? Так ты хоть бы эту сторонку, а ту... Так. Ну ничего, научишься. Что-то я... Петрович хорошо работает, но у меня руки еще кривые. Так. Фу-фу-фу. Ладно, ты тут выставляйся. Только нормально выставляйся. Выставишь сама нормально. А мы сюда, друзья. Посмотрим, что у нас тут. Манечка не смогу взять. Мне повезет. Аня, сзади флажок. Еще один Петрович. Опа. Есть, друзья. Ух, какая хорошая. Какая хорошая. О, и Ванютки. Щука. Поворачиваю голову. О, тянешь? Эх. Ну ничего. Повезет тебе. Обязательно повезет. Обязательно повезет. Только Анна у нас может. А я что-то не хочу. Очень долго лечится. Заживают раны. Очень долго. На пальцах. Итак, ну что, щучка? Щучка выплюнула нам окунечка. Точнее, рыбку нашу. Мы ее цепляем обратно. Стайка прошлась, походу. Стайка прошлась, да. Ну да, я вытащил. Я ее не подсекаю, она хватает активно. То есть, а к чему эти, так сказать, резкие подсекания? Если она уже там схватила, то она уже схватила. Раз, два, три. Оп. Вперед рыбачить. Полная размотка. И никого. Никого? Ну нормально. Сегодня у меня.
меня никого. Ну, ты переловила уже. Сейчас покажу, что Ванечка поймала. Вот наш, в принципе, утренний уловчик такой. Вот ту большую Анюта поймала. Ну, а помельче я, конечно. Продолжаем рыбачить. Это у нас только за один час времени. Вот я... О, и смотрите, еще один стал прям вот. Я только... Любит щука прям на камеру здесь клевать. Только включаешь, тут же Анютка окуня достала. Говорю, поди проверь на наличие живца. Вот, окунечек есть. Я думаю, что такое? Так, и вот. Давай, давай, солнце. Худей, худей. Тебе полезно. Сильно резко не дергай. Нету? Тоже окунь, да, может быть. У нас флажок еле добежала. Давайте смотреть. Ай, и никого нету. Никого нету. Окушок, наверное, погулял. Такая наледь. И досада. Ой, я еле добежала. Наверное, окунь, точно окунь. Эх, а нет, кто-то сидит. Тащи, тащи ее. Опа, вот она, ура. Успела. И ты меня, тоже достала. Ух ты, загар Вольдемара. Петрович. Никого. А. Никого. Прямо на глазах было. Давай мне... нормального живого. Давай. Вот он прям напротив нас. Бабах подорвался. Бежи, Анька, давай, давай. Не торопись. Главное, не торопись. Окунь, скорее всего. Хороший окунь. Как так? Вот так. Ничего себе. Вот это ты молодец. И далее. Анушка умеет руками рыбу ловить. Молодец. Вот это ты мастер. Зачем мы жерлицу берем, я не понял. Просто руками туда залази и вытаскивай. Главное по локоть. Блин, ну да. Так нормально. Нормально. Тебе можно. Тебе разрешается. Красавица, молодец. Вот так Анечка ловит руками щуку. А вы видели у щуки веснушки? А вон она, посмотрите. Раз. Вон какая веснушка. Два. А тут еще вон третья. Зимняя веснушка. Но это не заразно. Но это не заразно. Дает нам щука посидеть. Прям не дает. Опять очередная схработка. Ну так крайне вечно мучает. Есть? Ты... Бог ты мой, тянешь? Нет, она за лед ушла. Уже четвертый раз это жерлица так вот. А? Четвертый раз это жерлица так. Не успел я эту только. Аннушка кричит, опять побежали. Бежим. Петрович встал. Встал Петрович. Так. Опять тишина. Да. Но тут живец, он видишь, живец. Нормальный живец. Да. На хорошую щуку. На завтрашнюю щуку. Ну, типа вот на такую. Ветер, конечно, колбасить начинает потихонечку. Опа, есть! Ух ты, какая она! Рыбкая! Ну вот у меня получается ловить. На Петровича Анютки нет.
Так, есть контакт. У меня получается ловить. Тянет меня. Какая ты. Тихо. Я же к тебе не полезу туда. Где-то там крючок мой. И моего живца. Выплюни, пожалуйста. Вот так. Живчика моего хорошенького хотела скушать. Так покусала его хорошо. Но я ее успел захватить. Так что ловим теперь на Петровича. У нас тут запутался. Вот так вот. Ставим. Оп. Готово. Готово. Я вытащил твою. Идем, идем. Ну что, сожрала? Подожди, подожди. Ты как-то, ты должна приловчиться. Нет, она уже все ее потаскала. Не знаю, у меня там так же, но я, однако, вытянул. Как вопрос рыбака рыбаку, вы ловить-то умеете? Ну, судя по всему, да. Как так? Судя по всему? Да. Или судя если по всему, она, нет? Если она падает в лунку, значит, я ее словлю. Так, может, вы руками умеете ловить? Да. Чем вам жерлица? Вот. Смотря как ловить. Ну, идите, вот. Идите ту вытаскивайте. Ладно, пойдем, сейчас покажу, как. Вальдемар тут бежит. Мы с ним жерлицы поделили. Его Петровичи, а мои наши фирменные. Потому что ничего не понятно. Вот посмотрим, что в этот раз Петрович преподнесет. Я скажу, когда подсекать. Сердцем чуешь? Сердцем чую. Тут же нету правил, когда подсекать. Рано плохо, поздно плохо. Надо только сердцем. Сейчас посмотрим, что тебе сердце подсказывает. Сердце подсказывает, что я его размотал. Понятно. А это называется... Окунь. Делаем... Нет, это щука. Сейчас я сделаю... Так, чтобы... Сердце это хорошо, на Бога надейся, а сам не плашай. Да, да, точно. И теперь раз, два, три, быстро! Разбежались. Надо снегоходом. Вот такие вот дела. Идешь, идешь. Она как схватит прям при тебе. Пытается утащить. Сошла. Вот ты. Рановато, наверное. Смыканул. Вот, блин, соседнюю подняла. Сейчас ты ходишь туда-сюда. Вот соседнюю подняла. Давайте ее. Вот туда. На ней. Может, тут мы ее. Тихо, тихо, отдай мой крючок. Крючок. Вот так вот. Шурагай. Нынче от
Мемная щука у нас ловится прямо одна за одной. Успевай только поднимать. Идешь, она по льду корыто тащишь, шумишь, и щука начинает активизироваться. Вот так вот мы и ловим. Одну за одной, одну за одной. Ложки горят. Просто не рыбалка, а счастье рыбацкое. Так что, друзья, вот такие у нас рыбалки. Пока трофей ждет нас. Да что такое? Петрович теперь поднялся. О, вон он, Петрович. Погнали проверять Петровича. Ребята, у меня шаги очень громкие. Щука подо льдом. Так, ну вот что я за 5 минут наковырял в корыце. Пойдемте, Петровича, проверим. Петровича надо пройти. Сейчас мы тут корытом шумим. Она более активная становится. Еще, Петрович. Чай холостая, али нет? Холостая, холостая поклевка. Только растащила, размотала. О, нет, что-то сидит. Окунь сидит. Окунь сидит. Бедала. Ну вот. Ага, Анют, там поменяй живца или что там, я не помню. Ух ты, как ты хорошо закусил. Окунечек. В этот раз окунечек. Уху! Рыбалка. Как говорится, не бей лежачего. Здесь только активность. Будешь сидеть, ничего не поймаешь. 5 секунд. О, еще один стал. Вот. Так. Сейчас мы тут посмотрим глубину. Глубину посмотрим. И пойдемте в следующую. Так, раз, два, три. Сюда, Анечка, откинешь, поставишь живца. У меня еще одна жалица стала. Еще один. Сюда живца поставь. Друзья, вы не поверите. Пока я шел к одному Петровичу, а вон дальше еще одна поднялась. Обалдеть. Вовремя я приехал. И тут понеслась. Съездил в палатку. О, как так? Вот она еще одна. Вот это на ходу. Вот она еще одна. Все. Представь, прям на ходу. Так вижу. Иди их проверяй. Опа. Есть. Хорошенькая. Хорошенькая. Отдай. Конец. Живца отдай. Живца, три штуки. Тихо, тихо. Тихо, сказала. Ладно, бросай, беги за следующим. Да. Там надо сердцем тянуть. Быстрее. Сердцем, сердцем, сердцем. Быстрее, быстрее, тащи. Куртку пошел снимать. Да, такая злая. Злая, да покрупнее, смотри, идет. Да, покрупнее, ага. Покрупнее. Пойдемте, друзья, пока тут Анечка
Эту выдергивает, которая у меня прям на глазах. О, я уже куртку снял, потому что невозможно. Жарко, снега много. Сейчас я еще сделаю. Что у нас тут? Пустая или так? Пустая. И никого. Вас поменяешь? Домар, что ты думаешь, как вообще вытаскивать? Какой момент поклевки? Активность по сегодняшней рыбалке 10 с плюсом баллов. Бегаешь? Нет, я имею в виду, вот, когда подсекать, когда она мотает, когда не мотает. Ну, или чем быстрее ты прибежишь? Я сейчас на паузу взяла, я подсек, но тащил. Я все-таки под лед намотала, потому что кислородный режим не очень хороший сейчас на дне. Вот, может быть, сейчас подо льдом она пойдет. Мы решили, друзья, сменить рыбалку по трофеям немножко на более активный образ жизни. То есть меняем настроение. То есть хочется и трофеев, но они у нас есть и будут, и были. И хочется что-то такое, разнообразие в блюде. В данный момент у нас будет жареный щука. Да, жареный щука. То есть это вообще вкусная щука. Там практически костей нету, они при обжарке практически вообще все. Все зажариваются. Да, держите. Ой. Будем как семечки есть. Да, семечки еще. О, флажок. Флажок, давай. Шапочка. Возьмите. Вот она прямо у нас на глазах. Ладно, давай я тут вместе с чай. Это, по-моему, жесткая, да, леска? Ага. Не. Никого? Угу. Вот, засидели с чай, запились. Да, и такое тоже бывает. Поэтому надо быстро. Тут все надо быстро. Ну, это, как говорится, как повезет. Она вон сейчас отошла в сторону, соседние схватит. Что тут я больше... Окунь, потому что тут же вверх, ну вот я только что тут, по-моему, тут где-то окуня достал. И он такой средней паршивости этот окунь. Поэтому окуньков он тоже грызет. Ну ладно, не захотел. Недолго думая. Недолго он нас заставил. Прям посидели, капельку помечтали. Тянется? Ну, мечтайте дальше. Мечтайте? Да. Но это из-подо льда. Все-таки надо его из-подо льда. Ну ладно. Ну ты хоть действительно из-подо льда ставь. Ну так я и ставлю из-подо льда. Как из-подо льда? Тут 2 метра. Где? Где шарик? Ну это сколько? Это больше 2 метров, Ань. Если из-подо льда 50 сантиметров лед, ставишь сантиметров 70-80 из-подо льда. О, Петрович. Теперь Петрович стал вот прям как волной какой-то. Какой-то. Возьми корыто. Давай, тащи. Давай, бегом, не расслабляйся. Вот так, зарядка. Где ты в городе так набегаешься?
Я сейчас пойду, наверное, проверю тот край. Что-то он опять молчит. Но там срабатывают флажки. Ой, точнее, поклевка есть, но без сработанного флажка. Вот. Ох, ничего себе! Речики на радость! Речики на радость! Друзья, обратите внимание, какое тут голодающее поколение. Голодающее Поволжье. Да, ну это отменный ужин для речика. И не только для речика, можно себе сковородку набрать. Жилицу поднять. Живец. Жилец на живца схватил. Да. Супер. Ух ты мой. Да еще на такую крупную. Она что, решила? А мы тут переживаем, что ей не влазит в пасть. Все тут вылетает. Вообще просто. Так, слушай, живец наполовину этой щуки, да? Наполовину. Так он, да. Нифига себе, вот это щука. Ташу, любой живец подойдет, сгодится. Да, лишь бы хорошо схватил. Нет, надо сердцем подсекать. Вот сейчас ты прям сердцем подсек. Три раза сначала, поплевал, наверное, я сначала, да? Сначала натягиваю ее. Я сначала ее натягиваю, а потом уже. А я уже подумала, у тебя вторая поклевка следом. Смотри, как мотает так как. Раз, два, три. Вот так. Отлично. Уху. Друзья. Она, Ванечка, держи камеру. Это же. Это не успели же. Отойти. Не успели отойти. Вот. Не отошли. Да. О, рядом. Опа, нифига себе. Давай. Да ладно. Еще одна. Еще одна. Так, давай, я эту отцепляю. Беги на следующую. Секунду. 5 секунд делов. Давай, еще следующий. Такая же. Давай. Вот это у нас. Беги туда, посмотри. Вот, друзья, два. Кайфов, вкусных щурогая. Щука это назвать нельзя. Это отменная жарёха. Это отменная жарёха. Ее прямо с шелухой можно жарить. Так, ну ладно, пошли. Пойдем. Будем дальше проверять. Пойдем. У нас очередные рутинные будни начинаются. Проход по жерличкам, проверка на наличие живца, потому что живца сбивают очень махом. Как вы обратили внимание, бьет прямо на глазах. И, соответственно, улов все больше, крупнее и крупнее. Кто-то сетями, а мы на жерлице. И точно-точно таких же. Проверочка. Вот уже никого сбили. Ну вот, может, отсюда вообще, по-моему, это не работало ни разу. На ней только окуни сбивают. И все. Я на ней ни разу не ловил никого. Та красная ловилась. И эта, которая в яме, тоже ни разу не ловилась. Которую вчера раздавили. Да? Потому что тут вчера пьяные снегоходчики проехали, раздавили жерличку. Но благо, что жерлички у нас деревянные, им хоть бы что. По ним проехали. А, они живы и здоровы. А вот если по Петровичу бы проехались, от Петровича бы ничего не осталось. В чем преимущество наших деревянных жерлиц от всяких магазинных? Ей можно и рыбу оглушить, и от медведя отмахаться, и гвоздь забить. И рыбу снегоходом катайся. Да, и снегоходом по ней можно проехаться. Сидит? О, и хороший сидит. На захлопнувшуюся. А тут весь край ничего не хочет. Блин, а мне нужны куртки. Достанешь сама? Сейчас попробую. Точно, у меня там в той куртке возле снегохода.
Не взял я. Осторожно, чтоб тебя не покоцали. Чтоб покоцали, ты будешь коцаная. Подойти, блин, все-таки. Да? Да, потому что тут за зубринками это. Вот он, друзья. Сработал. Нет, мотает, тянет. Или уже сидит? Скорее всего, сидит. Домотала. О, там встал. Ну пойдем туда. О, и там встал. Блин. Вот там крайне стала жерлица. И он опять посерединке Петрович схлопал. Давайте сначала тут проверим. Опять подошла волна. Этот крайне что-то я просверлил, но не очень. О. И опять тишина. И опять тишина. Хорошо, хоть живец на месте. Живец хоть хорошо, хоть на месте. Раз, два, три. Опа. Пойдемте Петровича проверяем. Разворачиваем камеру. Ставим немножко на паузу, то далеко идти. Тут с Анечкой такую же тропинку натоптали за 2 дня. Ну что, Петрович, непонятная сработочка. По-моему, есть, есть, есть. Есть. Теперь мне, пожалуйста, отдай живца. Тихо. Фу. Не отдает. Придется другим макаром. Делаем так, бах, бах, спокойно достаем, а то зубами туда лезть, еще меня
мать, сука ебаная. Утонула. Да сука, блять, отмотался, открутился этот шпендель и упал в лунку. А? Да, там есть такое водопровод. Это минус, это есть, наверное. И все. А пластик-то оказывается тяжелый и тонущий. О, нет. Работа. Петровичи тоже проверяй. От чего-то. А чего так не хочешь проверять? Наступил вечер. Нарыбачились. 6 часов на озере. Это что-то с чем-то. Теперь можно спокойно посидеть возле палатки, в кресле. Позагорать на солнышке. Тем более плюс 2. Да, на улице плюс 2. Ты вообще уверен, что это 25 декабря? 25 или 26 декабря? Нормально. Плюс 2. Еще недавно было минус 40. Даже минус 44. Вот. Печка работает. Все как в сказке. Самое главное, то что палатка от палаткой, снегоход у нас рядом. И машина. То есть, если что, мы быстренько прыг в машину. 150 километров, и мы дома. Молодец. Вот это вот красавчик ты. Вы довольны рыбалкой? Да, очень. Все. Значит, если Анна довольна, значит рыбалка удалась.